В заключительный день соревнований в Баку спортсмен из Грузии Гурам Тушишвили, занимающий первую строчку в мировом рейтинге, стал чемпионом мира в категории свыше 100 килограммов. В прошлом году в Будапеште Тушишвили занял 5-е место. В этом году во всех 5 поединках он получил высшую оценку ИПОН. В полуфинале он одолел чемпиона мира среди юниоров Улзи Баяра Дуурен Баяра из Монголии, безукоризненно выполнив прием Сиуэйнаги. В финальном поединке его соперником стал азербайджанский фаворит турнира Ушанги Кукаури, за выступлением которого весь день наблюдал с трибун президент Азербайджана Ильхам Алиев в компании президента Монголии Халматина Батулги и президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера. Болельщики горячо поддерживали соотечественника. Превосходно выполненный бросок Оу Тигари гарантировал Кукаури место в финале. Но там его ждала встреча с Тушишвили, который за 6 секунд до окончания основного времени, благодаря приему Сиуэйнаги, заработал ИПОН. Первая золотая медаль сборной Грузии на чемпионате в Баку привела грузинских болельщиков в неописуемый восторг. Новоиспеченный чемпион показывал на свое имя напечатанное на кимоно. Золотую медаль ему торжественно вручил президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнак Абдуллаев. «Я чувствую себя превосходно. Это лучшее ощущение в моей жизни. Сейчас я не знаю, что сказать, как выразить мои эмоции. В прошлом году я проиграл в полуфинале, и мне еще сильнее захотелось стать чемпионом мира. Наконец, все мои усилия принесли плоды». Японка Сара Асахина стала лучшей в категории свыше 78 килограммов среди женщин. «21-летняя спортсменка прекрасно прошла отборочный этап, продемонстрировав отличное владение ее любимой техникой ашиваза. После победы в поединке против Ларисы Черич из Боснии и Герцеговины в финале ее ждала встреча с обладательницей 3 олимпийских медалей кубинкой Дали Сортис. По разнице штрафных баллов победила Асахина. В прошлом году на чемпионате мира в Будапеште я получила серебро. Спустя 389 дней мне удалось стать чемпионкой мира. Это очень эмоциональный момент. Я счастлива, что у меня теперь есть золотая медаль, и очень довольна. Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер передал флаг федерации президенту Федерации дзюдо Японии Ясуширо Ямашите.